Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Дай денег. Почему ты переводишь, когда он не говорит? А я всегда так делаю. Я не знаю, почему все мне верят. Ну, как бы да, я могу. Собственно, за это я плачу деньги. Самое главное вообще, что в джиу-джитсу меня привлекает. Это возможность обидеть слабого, унизить безответного. Вот там сидит парень, который тяжелее меня, но, на мое счастье, он занимается всего 3 месяца. Такого унижать вообще просто одно удовольствие. Он большой, сильный, даже что-то умеет. Вот. Но чувство гордости того, что ты настоящий мужчина, ты можешь унизить 130-килограммового здорового молодого парня, это очень круто. Спасибо, спасибо, Деда, спасибо, БЖЖ.